А когда ты начинал флорбол в Украине, думал, что когда-то 5 команд поедут на самый большой турнир в мире, Стурвета Кап в Швеции? Ну, точно могу сказать, что не думал, что маленькие поедут. Может, предполагал, что сборная поедет, взрослые какие-то команды, но что маленькие и так быстро, это очень круто. Большое достижение. Большое спасибо организаторам Стурвета Кап, Томузу, что действительно могли собрать, организовать и привести команду, потому что здесь есть на что посмотреть, научиться и как организаторам, как организовывать такие большие турниры, так же самое, как и игрокам, посмотреть, какой уровень вообще мирового флорбола. Сейчас мы ожидаем начала матча Лемберг против Умью Сити. Какие ожидания? Ну, ожиданий никаких нет, потому что еще не видел никакой уровень, как все здесь происходит. Вот сейчас первая игра, и тогда уже можно будет сделать какие-то выводы и понять, как ребята играют, на что способны. Хорошо, будем болеть. Да, да.